Hello everybody at the OrthPhoto Festival. I'm Boris Music and I'm so glad to be part of it. It's a wonderful thing that we have the opportunity from all around the world and all around the Orthodoxy to show our great talents and some great images of our wonderful faith. I heard that I'm nominated and I'm so happy. It's an honor. Thank you and I hope for the best. See you and greetings from Montenegro and our Metropolitanate of the Montenegro and the Littoral. God bless. Уважаемые дамы и господа, коллеги и гости, я приветствую всех участников церемонии награждения. Благодарю всех членов жюри, что дали высокую оценку моей фотографии, сделанной во время православного праздника Богоявления. Желаю всем коллегам-фотографам признания заслуг. Спасибо всем вам. С любовью к вам из Российской Сибири, фотограф Владимир Васильев. Здравствуйте, уважаемые жюри, организаторы и участники конкурса. Я очень счастлива, что мои работы вошли в финал такого серьезного и прекрасного конкурса. Благодарю всех организаторов, вы делаете очень нужное и серьезное дело. Вы объединяете православные сообщества разных стран. Благодаря вашему конкурсу фотографы получают возможность показать свое творчество и вдохновиться. Но самое ценное и важное, глазами других фотографов вы показываете красоту православной культуры. И это очень ценно. Спасибо вам. Евгения Барсукова-Сурикова, город Данилов, Россия. Драга братча и сестре, помаже Бог. Зовем се Алекса Стойковича из Београда и Србије. Дугогодишњи сам автор OrthPhotoа, a nickname je Aleksa Srbin i Hilandarac. Želeo bih da se zahvalim svim učesnicima ovoga konkursa i želim im puno uspeha, sreće i zdravlja. Isto tako želim da se zahvalim pravoslavnoj poljskoj braći, posebno Aliku Aleksandru. Želim vam svako dobro od gospoda, želim i puno zdravlja i uspeha u životu. Hello, my name is George Baladakis from Chania, Creta in Greece. I send my greetings and congratulations to the organizer, the jury and the participants in this contest. The photo placing the waters and the swimmers is taken in 1995, January 6th by film camera. Thank you very much. Здравствуйте, уважаемые организаторы, участники конкурса. Меня зовут Маргарита Ивлева, я фотограф, фотожурналист из Москвы. Очень рада участвовать в этом конкурсе, очень рада, что вообще такой конкурс существует, конкурс церковной фотографии, международный, очень хорошее дело, которое продвигает не только церковную фотографию, но и может нести в себе какой-то миссионерский смысл. Сразу хочу поздравить всех финалистов, победителей и просто всех участников этого замечательного конкурса. Меня попросили рассказать немного о своих фотографиях. Серия фотографий, которую я подала на конкурс, рассказывает о детях с особенностями развития, у которых нет родителей, которые живут в Свято-Софийском социальном доме. Это такой социальный дом домашнего типа, негосударственный. Это просто потрясающее особое место, в котором очень много любви, очень много доброты. Туда приезжаешь, и вроде бы ты приезжаешь к больным, тяжко больным детям. На самом деле, в первый раз приезжать было страшно, но на самом деле там такая атмосфера, что просто ты как будто вот это что-то типа рая на земле, на самом деле, потому что такое количество любви я больше нигде не видела. Вот. А вторая фотография, которую хотелось бы рассказать, это фотография, я ее отправила в номинацию «Ковид», рассказывает о Пасхе 2019 года, когда в России был всеобщий карантин, и нельзя было пойти на Пасху в храм, и вообще нельзя было ходить на службу, весь пост практически. И это было как бы с одной стороны очень необычно и тяжело, но с другой стороны вот эта Пасха, она была какая-то тоже особенная, такая вот домашняя, семейная, хоть и без причастия, без храма, но какая-то вот она была тоже особенная. И мне хотелось запечатлеть это на фотографии. На фотографии мой муж и дети. Они стоят перед телевизором, смотрят службу, там патриарх.
Вот, ну, на столе у нас уже там приготовлено пасхальные яйца, пасхальное угощение. Вот, и мне хотелось тоже запечатлеть этот момент. Хочу еще раз поздравить всех участников, особенно победителей конкурса, поблагодарить организаторов, желаю вам помощи Божьей в вашем деле. И также особо поблагодарить моего учителя, преподавателя МГУ Дмитрия Дмитриевича Линникова за то, что он мне посоветовал участвовать в этом конкурсе и вообще за постоянную поддержку и помощь. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Александр, я фотограф из города Тулы. Моя фотография была сделана в мае прошлого года, когда пандемия только набирала обороты. И со стороны церкви было очень важно поддержать людей, поддержать заболевших и врачей, которые спасают тысячи жизней. Под окнами одной из больниц мужской хор храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла исполнил известные песни. Костяк этого коллектива составляет 15 человек, и многие из них не имеют музыкального образования. Но, как они говорят, они поют душой. Хочу выразить огромную благодарность организаторам фотоконкурса, а всем участникам пожелать и дальше делиться своими фотографиями, и чтобы эти снимки остались в памяти многих людей. Для начала я хотел бы поблагодарить организаторов за конкурс, за популяризацию христианских ценностей, традиций. Хочу отметить, что на конкурс, на мой взгляд, было предоставлено очень много интересных фотографий, которые лично у меня вызывали восторг. Думаю, что у жюри были определенные проблемы с определением победителей. Поздравляю победителей и призеров и желаю всегда им оставаться на высоте. Ну а тем, кто остался без наград, советую не падать с духом, идти вперед, идущий дорогу всегда осилит.